Раз, раз, раз. Вроде нормально должно быть. Так. Запускаем. Так, всем привет. Если кто-то смотрит, напишите, как слышно, хорошо или нет. Начинаем папскую каточку с адмиралом, турнир М200, стадия не помню какая, но где-то там нижняя сетка. Вот. Пока народу не очень много, комментировать сильно не буду, то есть как народ потянется, так сразу и начнем комментарии. Первую генерацию Рэди заиграл за Инферно. Купил героя. У меня болото тоже не сильно приятная генерация. Поэтому если что, надо будет думать. Ну, в принципе, есть сундуки, есть золото, есть еще здесь сундучок.
В принципе, нормально. С деньгами, если выгорит, то можно и играть. Если еще со стартом героем завезет, нормально. Так, значит, у нас второй герой вой. Но это, в принципе, не так принципиально. Есть некр. Некр — это хорошо. Значит, оставляем войска на единички и поехали. Денег, с деньгами нормально. У него получается Октавия. Октавия стартовый. Тоже не самый плохой вариант. Блин. Сразу папские подгоны в сундуке. В принципе, деньги пока есть. Сейчас надо немножко подсобирать еще. Здесь мне, может, хватит еще на одного героя, да? Дальше, наверное, тогда мы поступим так. Сначала вой купим. Отправлять или не отправлять ее туда. Или пробить ей копейщиков. Но копейщиков пока не хочу. Давай пока попробуем пройти сюда. А, у нас есть папская обзорка. И в то же время нужно золото. У нас по героям поровну. То есть он, имея одного героя, не берет рестарт. Значит, что-то там... Значит, что-то знает. У нас есть Сандро. Естественно, мы из этих пацанов никого не будем брать с собой. Попробуем их разобрать. Получается. Так. Ага, так, это сюда. Это сюда. Это пока так. Это пытаюсь застрелить, это придется отдать. Надо на двух было сюда вести. Ну да ладно, так. У меня есть замедление. Может, оно нам поможет. Попробуем вот этого замедлить. Посмотрим, куда он пойдет. Надеюсь, назад. У него третья скорость, два хода доходит здесь. Третья скорость, чтобы он не дошел, надо немножко перебазироваться. То есть, а, блин, он же сейчас убьет, бред какой-то. Ладно, фиг с ним, 5 бьют, наверное, одного, но лучше, чем... Так, ладно. Все неправильно сделал, но... Ну да ладно. Сейчас будет больно. Так. Ух ты, свинья. Что делает? Такое ощущение, что компьютер подрался лучше, чем я. Ну, что-то прям совсем не это. Больно.
Ну, конечно, скелетов придется увольнять. Что обидно. У меня мувов 280, 380, 400. Хватило. Так, здесь у нас ГО, а здесь конца. Здесь у нас земляные. Где у нас 4000-то выход? 4К где? Вот здесь, наверное. Да, здесь проходик. Блин, героя не хватает. Но все-таки я думаю, что он заиграл за Инферно с двумя героями не просто так. Все-таки у него видно, что это огромный... Это не его респ, кстати. Все-таки, но у меня конца есть. У меня очень плохие дороги. У меня очень плохая дорога. Выход в ГО, здесь делать нечего. Берем рестарт, к сожалению. Так, в принципе, неплохая раздача. Деньги есть, но дороги мне абсолютно не нравятся. Так, что у нас еще? Так. Крылья создал. Так, всем привет, кто подтягивается. Z restart. Yes. 3 нычки импов было у него. Ну, понятно, что у него там что-то хорошее, а у меня с дороги не очень. То есть даже конца меня не прям не вдохновило играть этот расклад. Опять болото. На этот раз против Салмира. Ну, я думаю, что это тоже придется брать рестарт, к сожалению. Пока предварительно так. Посмотрим сейчас, опять же, пробежимся, что по дорогам. Тут есть герой в тюрьме. Непонятно, что... Блин, не добежали, ну ладно. Ну, у меня, кстати, довольно комфортный выход. Поэтому, в принципе, можно и поиграть этот расклад, если здесь сейчас прям ничего такого нету. Попробуем открыть тюрьму. И здесь еще видно большая часть респа. Так, можно, ну, кстати, может быть, был бы вариант. Ладно, фиг с ним. Достаточно, да, удобный выход, но, тем не менее, есть о чем подумать. Здесь можно его так сыграть, кстати. Нормально гнолики терпят. Сейчас будет больно, конечно. Не так уж и больно.
Надо здесь отдать единичку все-таки. Все равно он на нее позарился. Ладно. Так. Сильвия. Ну это к адмиралу. Блин, тут такой сундучело. Два сундучка. Может, сейчас на 500 не хватит все равно на героя. Ну, кстати, здесь их может пропнуть на героя. Фу, блин. Да, затупил. Ну ладно. Известная же тема, я затупил. Угу. Блин, так бы, может, хватило еще героя купить. Обидно, конечно. Так, ладно, тоже возьмем рестарт. Или не брать ли рестарт? Сложно. Блин, дотянулся бы до кучки, я что-то завтупил прям жестко. Тут золото есть. Выход очень удобный. По дороге. Перес большой. Поживиться есть чем. Деньги есть. Вив построю. Есть мясо на аджор. Блин, обидно, конечно, что так получилось. Но... Ладно, в принципе, мы эту раздачу играть будем все-таки. Там еще Салмир, не факт, что он там еще ГМ-4 тут построит. Шаблон не самый богатый. Хорошо. Тут вообще можно влететь в какой-нибудь шоколад. Но судя на то, что у нас две дороги, у него может не быть дорог. Поэтому играем. Сдача-то неплохая. Сдача это реально хорошая. Единственное, что меня смущает, то, что башня очень хороший замок. Салмир, наличие стартового Салмира. Но, тем не менее, мне нравится дороги, нравится наличие денег. Сейчас мы купим 10 героя. Заберем... вот это вот мясо и повезем пробивать два сундука за бесов. То есть возьмем здесь золотишко и мы вив построим. Мы построим здесь вив, пробьем спокойно гремлинов, выйдем туда. У нас есть вистан с хорошим артефактом. Если ему дадут еще землю, будет вообще шикардос. В принципе, он должен понимать со своей стороны, что если я, глядя на Салмира, не беру рестарт, значит, у меня задача реально неплохая. А у меня три героя все-таки. Он, ну, это тоже, наверное, как-то поймет сейчас. Вот, ну, в целом как-то так. Так, кому не сложно, ребят, напишите в чатике, пожалуйста, со звуком все норм, меня хорошо слышно. Не громко ли музыка игры? Может, и звуки игры отключить надо?
Норм, все норм. Спасибо. Привет, кстати. Тут у меня надо шахту с деревом найти еще, чтобы там было дерево, потому что на VIF потребуются определенные расходы. Но в принципе мне кроме VIF здесь можно даже ничего не строить. Я уж про гидр, конечно, и не цитадель. Ну вот этих я построил. Их можно будет, кстати, грейдануть следующим разом, как получится, будет возможность. Ну и все. В принципе, респ, он вот такой вот угловой. Здесь, если гор нету, тут что-то есть. Там, может, у ГО что-нибудь поживиться можно. Единственное, конечно, жаль, что не дотянулся. Могло денег на героя хватить. То есть, если там было 700 золота, мне бы хватило еще купить героя. Я бы выбежал героя. Ну, тут нельзя, к сожалению, пройти. То есть, героя бы зашел сюда. Нормально. У меня есть чучка, что рейди рестарт возьмет. Не возьмет, будем эту катать. Потную каточку. Для этого шаблона это не худшая раздача. Далеко не худшая. А если он из-за Салмира заиграет какой-то трешачок, то опять же нам будет только в плюс. Здесь блестит. Что же золото? Поэтому ладно, нормально. У него, говорит, Петрович зашел, так что тоже. Так, все, Рэдди решил играть эту раздачу. Пожалуйста, я не возражаю. Ага, вот здесь звук и обзорочка. Обзорочку, нычка, хорошая нычка. Золото есть. Отлично. Отлично. Дерево здесь, в самой, извиняюсь за выражение, жопе, но и здесь к нему не пройти. Вот был бы легкий проход, было бы совсем красиво. Здесь циклопы. Так, брахильд. Так, брахильд. Это сюда сбег. Ну, здесь, в принципе, все уже сделал, что от него требовалось. Можно, в принципе, вернуть войска из замка куда-то вот так, на дорогу. Но лучше, наверное, просто им пробежать вперед. Так, пробежим вперед. И сюда золото можно взять. 3500 денег, герой будет. И ящеров чутка скупим. Пока так, потом доходим, если здесь героя не купим нового. Деньги же есть. Так, что у нас пойдет в бой? Аксис. Импов поставим, купим лизардов. Лизардов. Ну, змейку надо в любом случае будет оставить. Здесь кто там зашел? Даремиф. Даремиф хороший герой. Ага, хороший герой. Аксис проверит, что здесь. И, возможно, зайдет сюда. Золото, отлично. А ну, успеваем. Протекшн. Ага, забираем все неродные войска и идем пробивать бесоту. Блин, что-то я туплю, затупил, начал собирать всякие ресурсы. Может просто тупо банально не хватить на сбор золота.
9 урона нанес. Да, что-то я опять заэковался. Можно было ресурсы не брать, а забрать сундуки лучше. Так, Брахиль тогда идет сюда. У нас денег нет. И не хватило еще, обидно, что на... На этого... На вот эту вот хрень не хватило. И на героя не хватило, ничего не хватило. Печально, печально, печально. Здесь не хватило, не хватило. Давай загрейдим все равно ящеров. Загрейдим все равно ящеров. Это нужная, нужная штука. Будет ли у нас еще дерево? Надо посмотреть сейчас, потому что можно дерево попросту потратить. И вив потом мы не купим. Это очень плохо. Но нам все равно сюда будет идти, поэтому... Чтобы деньги не оставались. Можно гильдию магов, кстати, купить. Интересный вариант такой. Интересный вариант. Ладно, пока ящеры. Пока так. Все, поехали. Отдаем ход. Бахиль. Обидно, да, что герой не получилось сюда прогнать. Опять что-то накосячил. Все не хватило. Реально все не хватило. Да блин, сам виноват, ресурс собрал. В принципе, достал бы до второго сундука. Я что-то даже об этом не подумал. Я думал, так короче будет, наоборот, что мы через ресурсы срежем. Ну да ладно. Важно. Сейчас еще армию надо будет вывести. Героик пошел. Здесь пробить троглодитов и куда-то заслать сюда героя. Скорее, чтобы он взял дерево. Нам нужно построить вив. Я думаю, мы построим вив, и на этом наш вояж по респу, по вот этому, благополучно завершится. Дальше мы будем уже выходить. Дальше нам надо уже выходить с силами. Здесь это у нас получается наша зона родная. У Рейди там что-то вроде тоже норм, но героев меньше. Но есть из-за чего играть. Но я думаю, что он, скорее всего, заиграл из-за Салмира. По большей части. То есть тут возможность, я думаю, можно наковырять при желании. То есть не строить изначально какие войска, можно сразу строить гильдию. В принципе, ресурсы, если там пособирать, можно найти. Но, опять же, надо, чтобы по 18 каждого найти, то, что надо постараться. Хотя на этом шаблоне в прошлой игре Дэйв против меня на третьей неделе построил архангелов. Кстати, на М200 построил архангелов, Карл. Ну это вообще так бывает? Оказалось, что бывает. И 8 архангелов меня убили. И ничего меня не спасло. Там ни луна, ни фига. Просто напали и даже сходить не дали. Поэтому тут шаблон как повезет, реально. То есть, если деньги есть, ну, я, ну, судя по этим, так, извиняюсь, телефон. Алло? 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 Да? Угу. Все, давай я сейчас уточню. Только.
Алло. Привет, Лен, да?
Так, извиняюсь, тут как только игра начинается, только стрим начинается, сразу начинаются звонки. Так, все, продолжаем. Так, берем сейчас или на обратном пути? Я все-таки склоняюсь к тому, что на обратном пути сейчас деньги нужны. Лечение. Обзор земли. Вытянуть-то отсюда. Ну, плохо, не вытянем мы нифига. Хотя, в принципе, можно, наверное, вытянуть, забив на вот эту кучку золота и оставив Вистану лукарей. В принципе, это такой вариант, наверное, нормальный. До дороги главное дотянуть, а там пофиг вообще. В идеале, конечно, бы до замка дотянуть, чтобы загрейдить ящеров. Ну да ладно, поехали. Хотя какой, о каком грейде ящеров я говорю, что с кого смешить-то? Ну, обратно до дороги, в принципе, мы дотянем. Так, что дальше? Дальше мы купим Доремиф. Или даже Валеску. И пойдем. Так мы можем, в принципе, если мы оставим родные войска лукарей, в принципе, мы можем, наверное, и дотянуть до замка, да? Не, ну до замка мы наверняка не дотянем. Не дотянем. Ну, дотянем, может, до сюда куда-нибудь. Без этого, родным мясом только пойдем. Ладно. Так, это обратно до сюда дотянуть, да? Ну ок. Нет, все-таки не будем мы Вистана оставлять на этом мусоре. Попытаемся вытянуть как получится. Ну да, так и получается, как предполагалось. Отлично. Так, покупаем кого? Валеску, Доремиф. Валеску, Доремиф. Давайте, наверное, пока Валеску, все-таки пока гильдии нет. Или Доремиф можно раскачать, пытаться где-то. Там СП посетить. Нет, давай пока Валеску. О, Гульнар пришел, отлично. Так, что-то мы здесь ничего пока не покупаем, ну да, фиг с ним. Так, Валеска. Угу. Так, надо ли нам с тобой таскать всех лукарей вот этих? Мясцо. Но они пойдут на этих, на гремлинов. Идеально там вообще зайдут на Аджор. Так, надо немножечко ускориться. Привет. Что может быть лучше, чем М200? Я не знаю, что может быть лучше, чем М200. Это самые топовые шаблоны. Нормальные папашки это понимают. Они играют там всякие XL-ки, гейские. Так, обратно выйдем, да? Ну, пока не надо. Пока лучше как-нибудь вот так сыграем. Так, ноль мне понадобится. Ой, это понадобится лук? Наверное, не понадобится. Пойдем. Так, ладно. Что у нас здесь? У нас здесь такой выход сюда, да? Нам надо сюда, нам надо забрать дерево. Это у нас пока в приоритете задача. Тут тоже бабло. Кстати, можно было и согласиться с автобоем.
Понятно, что получили по щам. В принципе, можно было, наверное, на два согласиться. Мы тут не улучшимся. Так, нужен еще герой. Что может быть лучше, чем Гунар, да? Гунару надо змейку, да, получается. Но Гунара сюда вообще не хочется отправлять. Прям вообще не хочется. Гунар должен вот куда идти. Тут куча золота. Давай тогда купим Дремиф туда. Бежит, пусть заберет этот, соберет все. Или вообще ничего не покупать. Тогда придется Валеской вот такой ход сделать. Забрать, здесь пойти. Или все-таки придется Гунара покупать. Уже не хотелось бы, конечно, туда его высылать, как лошка. Герой нужен здесь, хоть ты умри. Ладно, поехали. Почему, блин, герой тут обязателен? Все, ладно. А, что, что надо купить? Купить. О, ВИФ можно купить уже. Ну, пока нет, пока 1000. Может быть, кстати, зря. Так, доброе время суток, удачи в игре. Наконец-то стримчик. Да, привет. Привет всем, кто подтягивается. Наконец-то все-таки удалось стримчик замутить, но пока как-то все сумбурно, что-то времени не хватает. 10 дней не посещено, кстати, надо сейчас купить еще пару змеек. Все это, я думаю, что, наверное, этим ходом мы только здесь до этого дособираем и подтащим куда-нибудь сюда Гунара, например, на разгон. Родная музычка, ну так это вам не рокабили. Не, на самом деле просто не люблю музыку какую-то ставить, потому что у всех вкусы разные, пусть лучше звучит родная. Вот это надо подхватить. О, кто-то, кстати, не посетили. Так, что у нас по Уреди ЦЛ? Салмир, у него, короче, полный набор магии. Да, у нас скилл. Больше пока ничего нету. Ну, деньги есть, да, героев больше. Пока ничего не ясно. Надо как-то вот это все. Ну, сейчас, наверное, будем выстраивать цепочку, чтобы здесь все на четвертый день там... Выстроим на пятый, уже будем с разгона Гунаром врываться. Здесь тут разгоним его. Так, давай попробуем сначала. Это в конце будет ход. Так, это пока стоим, пока возьмем. Здесь бадом ты значок. Значит, пойдем дарами. Так, здесь у нас вроде добегаем, да? Угу, хорошо, что добегаем. Так, этот пацан.
принципе, он тоже добегает. Здесь Валески надо будет забежать в замок. Так, Вистану надо будет собрать вот этот барахлишко. И назад рвануть. Так, этот встанет сюда. Гунар пошел. Можно, кстати, книжку Гунару купить, да? Но я боюсь, тогда у меня тупо не хватит на вивернов дальше денег. Тут вариант есть гнолей загрейдить, да? Но их очень мало для грейда. Мух строить не будем, у меня сейчас нычки подъедут. Вот купить, в идеале, конечно, книга. Но боюсь, что мы сейчас, если все размотаем, мы не наживемся. Так. Так, Дрониф. Куда добежит? Ну, в принципе, если она добежит, вывозит, в принципе, можно и Гунара на мухе разогнать. Ничего с ним не случится. Да, конечно, лучше на армию потратиться, но вот что сейчас купить, наверное, рынок, пока рынок. Хватит, вдруг, если что, там пригодится поменять. Книжку, да, вторики, но там проблема в том, что... Так. Так, змеек. Я думаю, блин. Ну, куплю. Хочется-то всех змеек, конечно, купить. Они вообще value. Но мы тогда просто виф не купим, если мы все сейчас растратим на войска. К сожалению. Ладно, 4 хватит. Проклятие. И сейчас еще свиток подберем какой-нибудь. Так, ну, вроде все. Надо будет как сейчас вив купить, то есть 3,5 у меня только на вив пойдет. Сейчас будет, надо 1000 набрать и еще вив скупить. То есть рынок, а там курс драконовский, мы что-то можем, конечно, сменять. Ну, блин, боюсь, просто тупо не хватит. Сейчас еще на 10 золота надо, чтобы прокнуло. Ну, в принципе, там скупить надо все будет 2 вивы, да? По героям я, конечно, разошелся. Не наш... Блин, вот этого надо было разогнать, я что-то про него забыл совсем. Не на шутку разошелся по героям, но тем не менее. Гунара нельзя было не купить. Что-то менять похоже. Ну а в принципе мне ничего больше не надо. У меня стоят вивы и лизарды есть, да, грейжены. Не, у меня пока... А, кстати, грейжены и лизарды, твою же эту дивизию. Они же простые, их надо загрейдить. Это тоже удовольствие не из дешевых. Две кучки, но если прокнет нормально, то все сделаем. Немножко что-то затупило. Вот этого героя мувов много осталось. Можно было кристаллы подобрать на халяву. Вообще ничего не поменялось бы. И разогнать ему, что-то про него забыл вообще. Вторичечка ready. Тут на карте всего получается 2 вторички. Поэтому не исключено, что дороги... А, кстати, и ГО непонятно. Вот это ГО, да, походу. Хотя как это может быть ГО, когда это... А, все понятно, это же это в его трыжу ведет. Что-то это вообще затупил. Точнее, не в его... Так.
сейчас разберемся. Это ведет на мою вторичку. Это ведет в его вторичку. То есть, соответственно, из всего этого вывод сделаю. А это ведет... Странно как-то. То есть получается... А, ну да, это же получается, если их 49, это больше, чем 10-19 циклопов по вылью. То есть, значит, получается, это ведет на его вторичку. То есть, вот это получается большая самая охрана. А это ведет в трежу. Это ведет в трежу. Это ведет на мою вторичку. Ну, с горем пополам разобрались. Соответственно, у него выход здесь. У него выход куда-то сюда должен быть. Возможно, если это одна дорога ведет сюда, то у него нет дороги сюда. Тогда у него должна быть дорога на мою вторичку. Но ее тоже может не быть. Но у него дорога же куда-то есть. Куда-то из замка она у него идет. Соответственно, либо это она идет на мою вторичку, либо на его вторичку. Потому что замка всего 4. Да, по баблу согласен, надо, можно было, конечно, и поэкономить. Например, можно было 1000 не строить, вполне без нее можно было обойтись. Я что-то немножко переоценил этот мув. Шаблон на самом деле достаточно простой. Тут по идее со стартового респа у каждого 3 выхода. 3 выхода, 1 слабая охрана в свою вторичку, сильная охрана в его вторичку, а средняя охрана, ну такая сильная, конечно, она для нас, она идет в нашу трежу. То есть из вот этой зоны, которая наша вторичка, есть слабый проход в эту же трежу. Вот в эту же. Они соединены. То есть вот отсюда и из этой вторички будет сюда же проход. И из этой же, из этой же трежи еще есть вот такой же проход на его вторичку. Вот как-то так. Ну, если честно, я бы больше хотел раскачать Даремив, чем Гунара, потому что все-таки это маг. Маги, наверное, М200 очень сильно ролит. Потому что это дополнительный ресурс, который у тебя, можно сказать, не кончается. Все можно пополнять. Можно скинуть ссылку на план. Да пожалуйста. Так, какой чатик кинуть? Давайте в чатик Твича скину. Кажется, это оно. Так, что там адмирал? Плавает, наверное, уже мувы собирает. Меня не радует, конечно, мой таймер. Просто катастрофически он меня не радует. И героев я накупил очень много, столько не нужно совершенно. Нечего просто банально делать. Конечно, понимаю, темп там, все дела, но... По идее, можно было Даремив не покупать, можно было здесь где-то остаться, Валесскую армию забрать, и потом просто собрать золото, не собирая дерево, да? То есть, сэкономили бы лишнего героя, а потом также бы все вытянули. Потом бы добрали бы. Через день, через два. Не страшно, этому герою было бы чем заняться. То есть, в принципе, можно было на этом сэкономить. Можно было 1000 не строить. Можно было Гунара не покупать. Совершенно справедливо. То есть, можно было управиться там Валеской или Вистаном, или даже
вот этим пацаном вполне можно было бы и без Гунара обойтись. Да, да, и вот без Даремиф можно было обойтись. Да, согласен. Полностью согласен, что ну, расточительно немножко сыграл. Потому что реально этим героям абсолютно нечего делать будет потом. Вот сейчас я выйду сюда, то есть там, если не будет там какого-то сбора халявы, куда эти герои все ломанутся, то абсолютно вот они просто будут сейчас стоять и скиповать. Можно было бы героя продать вам? Вот это было бы классно. Ну что тут адмирал? Он прям заигрался. В рабство дать, да, именно так. Я говорю, ну правильно, я думаю, говорю, будем надеяться на то, что там большой вторик, и мы тут размашнимся. Так, что там будем только и бегать, что цепями орудовать. Думаю, интересно, а на вторик я не уделял внимания, может сгенериться земля со штрафом или только грязь, трава и лава? Да, я говорю, Рэдди там уже мошнит вовсю. Ну наш таймер по сравнению с таймером Рэдди это вообще в еще большем говне находится. Вот тут вот в уголочке на рандомных картах практически всегда есть клеточка воды. Ну, не знаю, почему-то он не заполняется генератором, и остается клеточка воды. Вот тут можно вызвать корабль и накручивать мувы, как любит делать молодой Рэдди. Адмиральствовать по-крупному. Болото генерилось на выходной зоне, да, но я честно не помню, вот не так много я играл этот шаблон, если честно, из М200 я его, из тех М200 я его терпеть не могу, этот, вот этот самый такой шаблон. Естественно, золото там не дали. Слушай, наверное, все-таки лучше гнолы отдадим, чем бесов. Значит, посчитаем по баблу. Вив надо сейчас обязательно покупать. Хватит только на одну виву. Ну, там с копейками. Что-то натрейдим, да? Это если мы сбросим, получим 500. 950. 1900, да? Сколько стоит грейд одного ящера? Да, 30, да? Ящеров у нас 26. Считаем. 26.
6 на 30 плюс 1600. Надо 2300 денег. 2300 денег. Получим ли мы столько с продажи всего? Full trade нам нужен или не нужен? Здесь будет 900 плюс 500, 1400 плюс 2400, да? Ну, в принципе, можем затрейдиться. Не знаю, насколько это плюсово трейдиться в данной ситуации. Вот прям вообще не понимаю, надо ли это делать. Попробовать, кстати, можно кристаллов немножко отбить, потрейдить их. Так, наверное, мы и сделаем. Как бы обычно заканчивается сливом армии, но... тем не менее, попробуем. Получится, может. Столько лучников, я думаю... ну, не знаю, это грех столько лизардов не грейдить. Ну, естественно, мораль. Естественно. Этих придется отдавать. Закрылся как бог. Ну, в принципе, я даже не знаю. Ну ладно, сделаем full trade, не умрем. Без ресурсов. Капец какой-то, не на чем ходить даже. Зачем мне это все по дороге надо? Это же не очень понятно было. Ну, пофиг вообще. Так, здесь мы доходим до сюда. Вот этот нам поможет весь тан. Значит, скупаем еще. Жалко, конечно, трейдить все на одном рынке. Просто капец. Как жалко. Но по два оставим каждого вида. 150, в принципе, наверное, не хватает. Просто все ресурсы просрать. Так, надо взять каких-нибудь лукарей на битву с гремлинами. Будем бить вообще трешаком их. Потому что жалко. Нормальное мясо. Так, у меня хоть время-то есть на нормально провести бой этот. Блин, Сильвия не отдала змей. Тоже, блин, косяк. Косяк на косяке. Косяком погоняет. Так. Так, возьмем одну змею. Гнолей. Наверное, гнолей возьмем. Наверное, как-то так. Но мораль арт есть.
погнали. Блин, почему гнолов-то, а? Почему не бесов, почему не гогов, почему гнолов-то? Вот лукарей, давайте, пожалуйста. Сколько угодно. Блин, что-то таймер прям... Мы прям очень удачно зашли. Так. Твою мать, а! Чё за... Я что-то думал, что у меня еще секунд 30-то есть. Жопа. Вообще жопа. Надо как-то, блин, ускориться, что ли. Блин, так всрать полностью фулл мувы. Надо постараться было. Считал долго. Вообще грязь. Да. Ну, слишком много таймера просрал на всяких ранних этих размышлениях. На стрим, конечно, чуть-чуть еще отвлекаюсь. Высчитал что-то и даже не раз... Блин, вообще жесть какая-то. К концу бы сейчас... Конца прям тут удачно легла. Кто-то там говорил про болото. Ну, вот оно на вторике. Изи болото бывает. Грязь вообще. Ну, кстати, кто-то спрашивал, зачем героев много. Если будет конца 2-4, один из них изи там останется жить. Ну, блин, ну плохо, очень плохо я играю. Не хватает практики. Прям очень не хватает. Слишком долго все пересчитываю, перепроверяю. Прям противно. И мясцо для консы тоже вполне сгодится. Да, если честно, не так много обещающего вижу в этой вторичке. Ну, кроме консы. Пока что там... Ну, там должны где-то уместиться 4 шахты и вторичка. То есть еще, наверное, может, дорога будет длинная. Ну, а так обидно... Reddit даже тоже, кстати, не покрасил свою вторичку, она вот она стоит пустует с охраной. Reddit тоже не торопится. Да, я реально отвык от героев.
Все, картонки до картонки. А это Редди шпилит целыми днями. Понятно, что у него практика есть, он таймер у него до хрена. Блин, ну я думаю, что ладно, фиг с ним. Не так сильно был критичен этот. Ну, конечно, желательно было отходить это все, но... Хотя бы вот до сюда добежать, что ли. Хотя бы на мертвяков хотя бы напасть элементарно. Чтобы вот... Я наверняка с ними буду еще вату катать долго. Хотя с 26 ящерами грейженными долго катать вату с мертвяками просто непростительно. А сколько игр с СНГ сыграл героев? Ну с СНГ... После СНГ... Я сыграл только... несколько М200 и все. Так, ладно, поехали. У нас... нет времени думать сильно много. Чё, блин, зависло-то. Король фаст-кликов. Пропустил выстрел. Опаньки. Многообещающая вторичечка, говорите, да? Хрен с ним. Большая. Пофигу там. Блин, не доходим. А, нет, доходим. Совсем что ли охренели? Здесь кто у меня Аксис? Сильвия. Адмиральскую машину забирает. О, проход багнутый. Бейджер Карридж, видели мы его. Здесь мы пройдем. Здесь надо купить таверну. Так, здесь ничего не будем покупать. Так.
Пока так. Вот она, 4000 идет, которая ведет в мою тражу. Здесь есть этот драконий. Но как будем мы брать концу, я пока не понимаю. Пока я слабости это как-то представляю. Здесь проход у нас запрещен. Так, надо, кстати, вот эту машну царскую сбросить просто в шахте. Это будет самый вообще идеальный вариант ее применения. Или войти. Ну, конечно, надо сначала ворваться в тражачок, посмотреть, что там вообще есть. Может быть, ну, кстати, вторичка, она еще вверх идет, так что тут еще надо посмотреть. Тут лукарей 2049, я не знаю, мы их, наверное, опять же можем по той же схеме пробить. У нас, тем более, тактика теперь адвансовая. Мы их можем подразобрать и вот эту вот штуку купить, она прям очень вообще решает эта хрень. Поэтому прям надо. У нас еще есть гномы-кентавры. Вот идеально нам бы вообще улик было найти. Вот было бы идеально. Сейчас еще, кстати, идеально будет купить гильдию. Вот это тоже прям самое оно. И еще надо, чтобы на следующем уровне... Нет, через уровень дали замедление. Ой, это магию земли. Ну, конечно, губа у меня тоже не дурна, но тем не менее. Мне надо сейчас построить первую и вторую этажи. И тогда у меня и Доремив заиграет с интеллектом. И здесь вот колодец есть, в принципе, норм. Пока норм. Надо время немножко поднабить, подускориться чуть. То есть, если мы сейчас здесь где-то... Ну, надо так случиться, что мы замедление вкачнем. Ну, может быть, у нас землю дадут, там, нормально. Факты есть, мораль, то так. Сколько Пандорку граммов хранят? 10-19. Ну тут реально их может быть и 10-19. Тут такая начинка жесткая, что может быть все, что угодно. Вот, кстати, видели бейджик? Вот он висит. Требуется нам для квеста. Тоже надо будет иметь в виду, если мы каким-то образом захватим эту вторичку быстрее адмирала. Конца... Жесткая, 3-4. Не этого мы хотели, конечно же. Пока, ну вот улик бы здесь. Ну, охрану улика, извините, еще надо тоже как-то осилить. Там 9000 охрана. Тоже не сахар. Тут нам надо добраться сейчас на седьмой день до этой штуки, чтобы на первый день пойти сборы. Так, один момент, ребят, отойти надо.
Так, приходит ход. Сейчас его доходим и авкнусь минут на 10. Так, это все тут сбросим пока за ненадобностью. А Сильвию немножко назад отгоним, ну, чтобы было кому довозить войска. Так, наверное, немножко перестроимся. Дарниф. Забыли книжку, стрелка, замедления, естественно, нету. Логу дают. Блин, а что я затупил-то, а? Надо было мясо-то тащить сюда. Ладно, пока не будем с этим плащом заморачиваться. Пока сходим быстренько на разведочку и находим конюшенку, в которую Гунарчик устремится сейчас ночевать. Нам это вообще идеально закатит. Где должно стоять-то? Ага. Так, 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 все. Пока все. Здесь пока ничего не надо. Все, ребят, авк ненадолго, поэтому минут через 10 вернусь.
Так, возвращаемся. Всем привет, кто подошел. Добро пожаловать на борт, как говорил бы мой соперник адмирал. Так, неделя орла. Так, замков больше, золота меньше. Ну, не мудрено. Салмир у него уже достаточно хорошо прокачан. Так, Гунар сразу в конюшенку. Первым делом. Это золото. Это золото. Это золото. Это не золото. Так, теперь, что у нас есть? Так, Аксис докупается. Ой, так, стоп, сюда. Так, мы дойдем. Окей, что скупаем, получается? Ну, все скупаем, что скупаем? Тут скупать-то капец. Тут нечего скупать. Может, Василисков? А Василисков не построить без мук. А я мук почему-то не стал строить. Ну давайте, ладно, построим мух. Жалко, я хочу гильдию вторую построить. Ладно, пока отложим этот мух. Так, Вали... Сильвия. Привет, Степа, это не я, это кто-то другой. Ты меня явно с кем-то перепутал. Так, еще штукарик, отлично. Так, нужна ли мне вот эта зверская мошна? Конечно, в идеале мне ее подтянуть бы. Так, что мы делаем? Пока мне надо здесь, наверное, где-то подразведать чуть-чуть. Но в идеале, конечно, и сюда уже двигаться. Наверное, все-таки мы так и поступим. Забираем нашу пацанву. Ах ты, блин, не хватает места. Ладно, змейку оставим. Как бы глупо это не было. А, ну змейки есть. Нет, нету змеек. Так. Сколько здесь их... Ох ты, ничего себе, их орда здесь. Тогда эта идея немножко забраковывается. С ордой... Нам пока, я боюсь, не совладать. Хотя, наверное, можно. Но я предпочитаю здесь, наверное, более спокойно сначала немножко все подразведать. Так, здесь мы это. Здесь надо гильдию 2 купить срочно. Здесь получаем болт. Да, болт получаем, хорошо. Мы сейчас, возможно, какой-нибудь хит-н-ран сделаем. Ну, хотя какой хит-н-ран здесь сделать? Пассис. Да, может и пассис, а может и манер. Так, блин, не дошли, обидно, из-за хода назад до конюшни. Тогда вот так вот немножко поступим. Сразу всю армию вытащим. Наверное, надо все-таки бить их, этих 50 лукарей, это не так много. 4 вива у нас есть, я думаю, их должны развалить. Значит, дотащим пока до сюда. И оставим удары миф. Так, что есть у нас? 35 лучников, 4 вивы, плюс аджорчик. Так, ладно, пока сюда зайдем. Нам важнее пройти вверх или вниз. Что важнее проверить? Здесь, в принципе, есть выход. Здесь больше площадь, здесь угол, опять же. В угол лучше идти сходить, наверное, ложком, а наверх пробежать папкой. Эфриты что-то охраняют. Весьма полезно. Утопка. И здесь блок. Все понятно здесь. Здесь можно украсть у личей что-нибудь. Так, ладно, побежали, пока побежали. Здесь что-то тролли охраняют. Птица познания.
Нахрен она мне не нужна. Блэс, вот он нужен. Так. Здесь на экспо сундук. И здесь что-то лежит. Ладно, пока надо сюда еще героев направить. Может, Мюллиха купить? Мюллиха купить, тоже пробежать сюда им. Куда мне столько героев-то, блин? Ладно, пока-то все. Деньги, деньги, деньги. Время. В утопу, easy call. Вот это надо захватить хрень. Че у нас Рэдди мутит? У него героев меньше, городов меньше. Свой вторик он не покрасил еще. У него, видимо, значит, нет сюда дороги прямой. Я так подозреваю, что он бы легко бы туда прошел. Хотя куда у него, опять же, может быть дорога, если не сюда? А у него обязана быть сюда дорога. Может, какой-то просто блок там, не знаю. Либо Рэдди что-то залил. Вот это бы как-то вскрыть. Тандербёды, конечно, жестковато. Какой-нибудь улик бы хоть за что-то зацепиться. Башню отдал, ему не страшно. Но на самом деле можно было взять рез, но я не стал. Было нормально денег, был удобный выход. В принципе, это, я считаю, что хороший довольно расклад. Просто он мог получить какую-то неприятную тоже охрану и заиграть из-за Салмира. Опять же, Салмир у него, в принципе, не сильно так качанный, что был очень. Ну, Гунар тоже, в принципе, не блещет. Тут интересно, что здесь может быть. Тут можно вообще и чуть ли не слиться. Так-то. Василиска. Кто у меня герой? У меня герой Стиг. Кстати, его можно купить. Только за счет мяса. Для мяса. Что у нас по квестам? Давай посмотреть квесты. Квестовые хатки здесь нету. На вторике одна есть, но тут бейджик требует, мы не знаем, не досягаем. Но. О, Витя, привет. У меня что-то денег на телефоне мало, кинь 3000. Ролей можно было забрать за квест. Они, в принципе, жесткие тоже собаки. Вот этот карабас бы можно было забрать. Опять же, тут 19, если будет, я просто охренею там. Без масла, без каких-то дополнительных поддержки. Может, кстати, было этих поставить, что-то затупил, надо реально их поставить. Что у нас, кстати, в гильдии? Ледяной болт, да? Степа еще не взял билеты, но будет как с Питером. Степа тоже там взял билеты. Так что крепитесь, рыбаки.
кстати, можно мюлиха купить. С мясом даже, кстати. Он вообще тут идеально разберется с этим вот. Вот еще мясо. Еще вот мясцо есть ему родное. Можно еще купить ему всяких кентавров. И он, мне кажется, вот чисто вот этим вот мясом разберет вот этих пацанов. Копейщики на шестой скорости там быстренько подрасскажут. У меня будет сколько? Тридцаточка копейщиков, тридцаточка кентавров. Все это под мюлихом. Вообще норм должен зайти. Так и сделаем. Гномиков 16 сейчас купить бы. 16 плюс изнычки. Тоже они нормально прям там будут заходить. Раздавать. А здесь надо как-то Василисков у этого уговорить, сдаться. Ускорение, кстати, есть у Мюллиха, тоже пойдет в первом раунде на копейщиках. Что-то адмирал там устроил. Героя по героям меня догнал. Кстати, можно так-то и на гидр намутить. Почему и нет? Не подскажешь, какая стадия турнира? Хороший вопрос. Стадия турнира написана раунд 7. Что это? Нижней сетки. Раунд 7, я так понял, это... 1.32, наверное, так. Или 1.16. Спасибо, привет, привет всем, кто подтягивается. Тут у нас сейчас жесть начинается. Мы тут адмирала его адмираливаем. Времени вообще не хватает. Так, что там адмирал? Салмир-то раскачивается. Здесь побежали. Ага, здесь у нас черный рынок, склеп, золотая шахта, нагабанк. Все понятно. Здесь. О! Вот террас. А вот это интересно уже. Обзорочка, отлично. Все засветим сейчас. Все засветим. Угу. Так, ну, в принципе, сюда незачем абсолютно идти. Здесь все трешак. Просто трешак. Гунар вообще зря сбегал. Так, Мюлих. Мюлих. Но он все равно, наверное, пойдет через вот таким вот образом, через конюшенку. Так. Вот это кто? Брахильд. Блин. Не так принципиально оказалось. Сильвия. Так, Сильвия. Я. Мюлих.
Мюллихом книгу не купил, капец. В принципе, ладно. Не сильно нужна. Выбегаем. Здесь у нас зыбучие пески. Так, так, так. Ага, все понятно. Ладно, все, передаемся. Так, 1000. А, 1000 нельзя, рынок можно, все окей. Так. Болото вроде на сено плохо, как считаешь? Были стартовые деньги, и я поэтому стал играть. То есть. Поэтому так-то, конечно, не сильно хороший вариант. Не от хорошей жизни я за болото тут начал вращать. О, кстати, вот мы сейчас сюда должны пройти. Здесь может быть очень хороший герой. Этого нам как раз сейчас очень просто, ну очень не хватает. Заодно здесь есть дендроиды, здесь есть огры. Здесь есть, ну как бы, экспо, можно поживиться. Вопрос в том, кем будем живиться. Мюллихом или все-таки Гунаром? Мюллих, потому что такая имба, это просто звездец. То есть, сейчас Мюллих здесь размажет вот этих вот пацанов. Дальше пойдем проверим, что там есть. Хочу еще Мюллиху Виверн привезти. Все-таки, наверное, Сильвия вот этим займется. Вот так, так. А Гунар пойдет вот сюда куда-нибудь на разгоне на огров нацеливаться. Все-таки здесь, если окажется сильный маг, мы за счет него сыграем. Хорошо. Не хотел змейку купить, не успел. Пофиг вообще. В принципе, что у нас еще есть? У нас здесь есть 2 нагабанка, да? Ну, боюсь, многобанки нагибать будут нас, а не мы наг. Здесь у нас есть свиток непонятно с чем, надеюсь, с замедлом. Потому что замедла не завезли. Здесь. Можно взять 1000 золота. Золото. В принципе, все, тража кончилась. Остается у меня единственный выход. Выход единственный. То есть, если я сейчас все это быстренько сжираю, в течение там день-два, мы идем вот сюда. Больше вариантов нет, к сожалению. Трэжа оказалась просто нищебродская хрень. Кто фаворит турнира? Да слушай, сложно сказать. В турнире М200 фаворитов... такое прям понятие как фаворит неприменимо. Поэтому тут даже случайный игрок может стрельнуть и отбросить там сильного соперника лузера. Вот сюда бы пройти, конечно, но это просто звездец. Нельзя. К сожалению, нельзя. А так бы прямо и кавалеристов можно было попинать. А вот птиц можно тоже как-то с ними поговорить. Опять же, троллей можно разобрать. Опять же, это только Мюллихом. Мюллихом троллей надо разорать. Очень не порадовало меня то, что здесь нет выхода в эту зону. А самое смешное, что здесь должен быть. И он просто здесь обязан быть выход в эту зону, на который я рассчитывал. И это печаль. То есть Василисков здесь, ну, под полтосик. Однозначно. 20 тысяч охрана, ну, как бы должна о чем-то говорить. То есть, поэтому их бить без маслоу, как бы, наверное, глупо. Варианты вскрыть это.
тоже могут обречены быть на провал. Утопа, ну это вообще смешно, конечно. Не, скорее всего, мы сделаем так. Мы Мюллихом ломанем вот эту концу на 1-3-1 за счет скорости. Все-таки это важный параметр, наверняка, не самый последний в героях. То есть мы сейчас пополнимся, возьмем крылья дракона, возьмем эту хрень и пойдем на концу. То есть если мы на 1-3-1 концу бахнем, достаточно с приемлемыми потерями, а это сделать вполне реально за счет места, то есть у нас будет, ну, я надеюсь, будет еще вивы плюс вот это вот. Ну блин, а чем бить-то, по сути? Есть Мюллих, но у него будет какая-то, к примеру, магия. Ну, у него будет это. Жаль, что нет слепоты, конечно. Это очень-очень печально. Вот и Рэдди пришел. С Алмиром. У него Салмир, конечно, тоже с папской такой армейкой. Соточка гремлинов. Ну, все как надо. Юрист не участвует в этом турнире. Вот и Рэдди пришел. Всех нашел. А надежда, конечно, есть вот на этого героя. Ну, я так вот, как я вижу эту ситуацию, в принципе, мы должны разобрать эту концу на 1-3-1, даже если она макси. И мы ее, конечно же, чекнем ложком обязательно. То есть... Настрой будет всем разный. 3, тройка, четверка. То есть уже после концы мы тут и изи вот это все сносим. Но выхода нету у нас, кроме как через вот это. У нас нет больше... для встреч маршрутов. Так, один момент, отойду.
Алло, так, всем прием. Рэди уже проэтовал весь таймер свой. Чистит ржачок, занял город. Видно, что покрашен. Так, окей, поехали. Поехали. Так, Мюллихам надо сейчас зайти за книгой. То, что мы не сделали. Хотя, наверное, не надо. Обойдемся без книги. Это вообще для слабаков. Так, вот этот у нас пацан идет. Магическая стрела. Хорошо, но не обязательно. И пойдем теперь сюда. Так, Сильвия. Гунар. Так, ожерелье скорости. Ну, я не знаю, к этому должна быть награда, чтобы я согласился ожерелье скорости сбросить за какой-то трэш. Так. Сильвия. Угу. Так, Мюллиху не нужны здесь ничего, кроме вив. Мы ничего другого брать не будем с собой в бой. И Термиф, пила гномов, пойдем теперь сюда. Значит, берем копейщиков, кентавров, гномов, бесов и этих. Змейку даже брать не будем. Так, так, так. И вот как-то так. Я думаю, нам этого за глаза хватит, чтобы Мюллихам просто изничтожить это все. Ну, примерно оно так и получилось, как планировали. Ну, давай-ка сначала немножко передеремся. Я надеюсь, все-таки сейчас полетит выстрел. Бесы, ладно, бесы легли. Хрен бы с ними. Вот это я понимаю, сэр Мюллер. В in action. Так. Чуть лучше подрались. Это радует. Так, значит, Дремиф отправляем на разведку. Вот еще, кстати, нет, проход на его респ. А вот проход еще в трежачок. А вот этот вот проход мне очень нравится. Прям очень нравится. Мы, наверное, сейчас сюда и нацелимся. Но у меня сейчас первоочередная задача немножко другая. Немножко другая. Надо сначала отбить вот эту тюрьму. Этим займется Гунар. Мюллих же. Сейчас подумаем, что он будет делать. Валеска. Аксис. Здесь пока можно строить начать. Яма Василиска. Так, яма Василиска. Пока так. Ага, так. Мюллиха лидерство как-никак. Да, я в курсе. Так, вот направлять ли его сюда? Вот это меня сейчас вопрос пока главный интересует. В принципе, я другого пока варианта не вижу. 5-9 кавалеристов, охрана слабая. 10 стрелей тоже. Мы, в принципе, здесь можем нормально так разжиться. Единственное, что меня пугает, то, что у него нет книги. Вот это меня прям очень сильно пугает. И пугает то, что я утащил...
шляпу. Вот это меня тоже... Не шляпу, этот... Как он называется-то? Плащ. Придется, значит, возвращаться. Это опять же время, но это капец, как неудобно. А можно, в принципе, напрямую, без книги, прям сюда ворваться. И следующим ходом прям врыв устроить папский. Надо срочно подумать. Значит, сюда, 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 обратно. И обратно мы, в принципе, передадимся. Не уверен, что прям сможем долететь. Именно, ну да, мы, наверное, не сможем дотащить по болоту такую вот машину разношерстную. Давай тогда, наверное, пойдем по пути наименьшего, так скажем, сопротивления. И пойдем вот сюда. Заполним ману и пойдем покупать книгу. А потом уже двинем туда. Ага, все, пока хватит. Че я куда хожу? Ладно, не будем никуда ходить, пока пропустим. Вот если не знаешь, куда ходить, лучше пусть они стоят на месте, они нормально стоят. Есть у меня еще здесь вот эта штука. Здесь, да, здесь нужно пожерелье скорости. Тут уже Рэдди рвет и мечет. Георгий Петрович здесь зачищает все. Салмир пополняет, скорее всего, ману здесь. Возможно, сейчас он захочет вот сюда прийти, через ко мне ворваться. Сейчас придется, наверное, Аксисом пожертвовать и загнать его в эту. Немножко ступил, конечно, плащ бы Мюлюху оставил бы, зашел бы сразу сюда, книгу купил бы, здесь бы заночевал. Потом бы обратно. Ну, в принципе, это не так, я думаю, критично будет. Чуть бабосиков бы дернуть, может быть бы мы и удачно бы зачистили бы какую-нибудь, скажем, эту и построили бы гидр. 10 тысяч надо и 10 дерева, это в принципе реально, василиски стоят, в принципе все есть, чтобы на этой неделе воткнуть гидр. С гидрами, я думаю, тут конца любая разлетится на 1-3-1 вообще без вариантов. Ну да, 1-3-1, надо чем-то заняться. Займемся мы, пожалуй, зачисткой вот этого рыжачка. Прекрасное занятие, мне нравится. Сэр Мюллих как нельзя кстати подходит для этой роли, чтобы тут почистить нормально. Тут Рэдди все что-то... Он, ну, понятное дело, что он делает, он отбивает все шахты, чтобы строить гильдию. Здесь далеко ходить не надо, его план как 3 рубля простой. Наша задача же построить гидр и Гунаром потом где-то с экспертной тактикой просто его хлопнуть, не дать даже ему цепную молнию скастовать. То есть в первом раунде ангелы с тактики врываются в гремлинов, все там вперед вышли и закончили. Я думаю, что примерно так оно должно произойти по сценарию. В принципе, у него пока какого-то сверх шоколада нету. Он бейджик забрал, вот это, кстати, плохо. То есть он будет... У него будет иммунитет к всякой слепоте. Надо будет... Ну, не знаю, как это мне пригодится, но... Может быть, надо будет это учитывать. Так, что еще у нас есть? В принципе, больше, наверное, ничего хорошего-то нет. Единственное, что сейчас где-то в скором времени должен купить гидр, а с гидрами разговор совсем по-другому пойдет. Мюллих быстренько вот эту концу вскроет. Вообще, я даже не сомневаюсь в этом, что с вивами, с гидрами. Ну, хотя, опять же, какую концу? То есть, четверочки будут, я думаю, серьезные проблемы. Ну, вроде тоже 8 героев.
получается, на четвертый день мы где-то дойдем до серединки. На серединке. И на пятый мы будем врываться. С разгона прям. Тут еще, кстати, есть колодец, что немаловажно. О чем я совсем даже не подумал. А, кстати, есть еще вообще отличная идея. Можно пройти и не обратно тащиться, а выйти будет вот отсюда. Это прям вообще зверская идея, я считаю. То есть мы вот это все соберем, здесь что-то засветим и выйдем сюда. Потом при необходимости мы через этот багнутый проход вернемся. Вообще красиво все продумано. Но вопрос такой, остается немножко открытый. То есть это получается, это и вот рыжак, судя по всему, да? А если это его рыжак, значит, у него есть какой-то туда выход. А вот и, кстати, он. Вот и он. Вот и он. Получается, у него где-то то ли телепорт должен быть, то ли что, и он с этой зоны попадает туда. Либо он, конечно, с респа выскочил туда через 20 тысяч, а, через 12500, тоже вариант. Гион, вот он, Гион, да, он сейчас нам тут обоснует. А мне надо было, конечно, не вестись назад, а Мюльху ману восстанавливать. Так, здесь пока стоим. Мюльх сюда. За книжкой. И сюда. Сюда, 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 сюда. Так, Деремиф. Кстати, зря Мюльх, наверное, сюда пошел, опять же. Так, Мюльх. Мюльх вот сюда пройдет. Так, где войска? Войска, войска, войска. Это у нас... А, блин. Брахильд. Брахильд Сильвии отдаст все. Тут даже, наверное, копейщиков. Не, наверное, не копейщиков, а гномов и кентавров. Вот, наверное, как-то так. Будем воевать. Сильвия. Так. Очень надеюсь, что там будет в тюрьме какой-то хороший маг, который мне прям каточку поможет затащить. Так. Шесть, неплохо. Value есть определенная. Так. Как-то так пускай. Так, здесь 4, 5, 6, 7, 8. Ну, все понятно, как мы сделаем. Так. Этот идет сюда. Этот летит сюда. Этот wait. Этот идет 4, 5, 6. 7-8. Вот так. Все, нормально. Рельеф тут тоже идеально заходит. Обидно, что Мюльхом я забрал этот. Как он называется, гребаный. Плащ не увел. А, ну тут. Ах ты, все, змейка отъехала. Так. Все было ожидаемо. Это wait пока. Сюда. Так. Здесь хп хватит пока.
3 огра. Давай так. Вива сейчас может жестко по щам получить. Не, не может. Так. Экспертный воздух. Брать или не брать? Да, я думаю, брать. Все-таки на слоу нету, а хаст есть. Так, Аксис, твоя миссия. Так, конца тридцаточка. Шикарно. Конца 30. Идеально нам подойдет. Тарасар. Не сказать, что прям я доволен, но и не сказать, что очень разочарован. Так. Бежит назад куда-нибудь. Так, Тарасар тоже бежит назад. Так, этот в конюшню и обратно. А, Сильвия в конюшню. Валеска. Гидр строим, не строим. Пока цитадель. Ладно, все, пока пропускаем. Валеска стоит здесь. Дремив, дремив, дремив. Ну, пусть тут все, ладно. Так. Вот этим не походил, ну. Там, в принципе, так здесь нормально стоит. Значит, действие адмирала. Значит, и он тут бродит, ждет, пока Мюллик здесь все выкосит. Тут у меня, походу, по плану, то есть Брахиль достает до Деремив. Хотя можно было чуть по Деремив подвинуть. Не, это же не последний мув. Но шибко времени нету думать. Обзорку возьмет. Да, обзорку возьмет, но тем не менее мы этого не так боимся. Объясню почему. То есть если он придет нас догонять, мы бежим в болото и ищи свищи нас. Повторюсь, наша задача спокойненько, вообще без всякого абсолютно напряга, спилить все спилить вот эту концу на 1-3-1 и дальше вот через вот это или через вот эту охрану, ну, идти на контакт. Либо воевать за эту трыжу, либо идти убивать. Ну, воевать за трыжу мне вариант нравится как-то больше. То есть он здесь уже тоже, наверное, строит воздушек. У него, так я понял, не получилось шибко там размашниться. Теодорус, Геонус. Конечно, надо еще и личей будет как-то зацепить. В идеале это, конечно, цепи крутить и крутить. Но. Тарасар с экспертной тактикой, опять же. У него будет 6 СП. Под этой. Под плащом. Ну, это вообще не тот герой, которого мы ждали, конечно. Ах ты, все-таки он сюда лезет, Геоном. Но он понимает, собака, что сейчас ему будет больно. Он, вот не знаю, взял он обзорку или нет. Ну, блин, тут как-то глупо мимо обзорки пройти. Наверное, взял. То есть, если он здесь останется, но Геон может быть очень крутым магом. Геон может быть очень крутым магом, поэтому с ним тоже попробуй подерись еще. И наверняка у него мудрость экспертная, то есть он быстро вынес троллей. Поэтому сложно тут что-то говорить. Карабас взял. Да уж этот Рэдди прушник.
придется нам тогда немножко тактику менять. Это сейчас было, это он уволил героя или это был там портал? Ну, к идею-то я понял, типа, что попробуй догони меня, если сможешь. Тут возникает тогда вопрос другой, бить ли мне вот эту охрану, просто чтобы пробить охрану? Я думаю, что да. Потому что, ну опять же, тогда он может сюда, у него будет, у него тоже, он поймет, что охрана пробита и видит наверняка, что здесь багнутый проход. Наверняка тоже понимает это. Я вообще склоняюсь к тому, чтобы сейчас Мюлихом пройти и пробежать на змейке сюда. Но... Ну, я думаю, что его со змейкой на с плюс скоростью никто его не перехватит здесь уж. А далее мы разобьемся и пойдем бить к концу. А Гунар где-то здесь пополнит ману и будет уже... Наверное, готов к врыву сюда. То есть получается Гунар, имея конюшню логу, ману рванет сюда. И вот это соберет. Он как раз до 5-6, до 7 день где-то он здесь вот заночует, да? И на 7, на первый день у нас будет цель такая, то есть взять быстренько к концу и передать все Гунару. Я не знаю, насколько быстренько это все произойдет, потому что быстренько с моим таймером это не наш вообще вариант. Вообще не наш вариант. Так. Все-таки... Так, Сильвия, Тарасар. Так, каково ему отдать-то? Кентавра бери. И беги наверх. У него здесь еще есть что собирать, есть еще вот эта штука. Так, Мюлих, Гунар. Сильвия меняется с Гунаром. Ага, передаемся. Конюшенку. И собираем. Все-таки будем мы бить эту хренотень, я так решил. Так. Только вопрос еще, кого мы возьмем? Гномов, я думаю, возьмем. В принципе, гнолов не надо, лучников не надо. Змейку надо, гогов не надо. Вот как-то так. Этого, я думаю, будет вполне достаточно. И кентавров можно на единички там пустить. Так, поехали. Брахильд. Передаю. Надо сначала покрасить эту шахту. Брахильд доходит до сюда. Значит, можно Мюлиха прогнать подальше. Дремиф тоже можно чуть подальше прогнать. И Брахильда. Так. Еще можно подальше. Так. И Брахильда мы ей передадим. Угу. Как-то так. Дальше Теремиф передает Мюлиху все. Так. Значит, передаемся, что раз, два, три, четыре. Единички. Единички змейки не вижу абсолютно никакого смысла. Как и в кентаврах, собственно. Тут прикрышка будет достаточная, я так думаю. Чтоб Мюлих тут вывез. Это у него Гион. У него Гион, кстати, ну Салмир тоже не самый плохой герой получился. Так, у нас получается, что у нас скорость больше, чем у них. И это хорошо. Так. Этим надо куда-то срочно пробежать, прям срочно. Так. Угу.
Блесса нету у Мёлиха. Ах ты ж. Такая свинота. Ударить, наверное, надо. Стрелка на 40 и ударность на сколько-то там. 37, отлично. Добьем. Не добили. Печально. Печально. Ага. 40. Еще бахнем. Одного там бахнем. 70. И, ну, не добиваем все равно. Блин, да вы что, издеваетесь, что ли? Ага, так, этого можно накрыть. Но можно от него и отхватить, что называется. Мюллих, Мюллих стрелкой добьет. Отличная идея. Забираем у Мюллиха. Отдадим ему даже две змейки. Хорошему человеку ничего не жалко. Вот так. Тут вопрос, стоит ли идти в обзорку. Я думаю, что нет. Да, просрали все мувы, все время опять. Но убили героя. Я что-то быстренько его так бахнул, что даже не посмотрел на таймер. Ну, на параметры этого Геона. Наверняка какой-то неплохой герой был. Раз он им так сходу бомбанул ту Пандору и что-то взял. И поэтому убить его надо. Возможно, тут он даже магию мог какую-то поднять. Опять небольшая протупка вышла, надо было наверняка здесь заныкаться у колодца. Может быть мы... Так. Теодорус, да, нападает, сразу нас прогоняет. Ну, в принципе, нам этого и надо. Мы как бы не сильно возражаем. Блин, гидр не купил. Вот это провал.
Но, блин, обзорку надо взять. Он убежал назад. Может, тоже боится, что его накроют. Но сейчас у меня будет шестой день, я куплю Мюллиха, пополню ману, и где-то на седьмой день я добегу до конца. В принципе, больше ничего от Мюллиха не требуется. На сей момент. Этот бежит за золотом. Мне еще надо гидр будет купить. Как-то. И как-то все это скупить. Все это барахло. Это надо все это вот сюда еще настраивать цепи. Какой-то геморрой опять получается. Но на... здесь тоже цепь. Здесь тоже будет этот здесь стоять. Валеска будет стоять здесь, контрить. Ну или может быть здесь. Или может быть здесь. А может быть даже наверняка здесь. Хотя можно сюда и Мюллиха направить. Мюллих будет, может, вот тут стоять. А Гунар, кстати, Гунар будет, наверное, стоять вот тут наш, на этой, на мельнице. А, вот он. Астрал здесь бегает. В принципе, план простой. Единственное, что тут сильно заморачиваться нельзя с этим. Совсем. Или нужна мне, может быть, мне не нужны гидры, может быть, мне нужен просто замок здесь, чтобы у меня было много просто виверн, десяток виверн, василиски, скупка, гидры, вот эти гидры, они стоят там тоже немало, сама гидра одна. То есть две гидры, от них вообще толку никакого в этом бою, в конце вообще не будет. Ну, хотя как не будет, ох ты, напали на меня. Догнали, капец. Слушай, а может я... Жесть какая. Че, из дома добежал, что ли? Как он добежал-то? Да, скажем, мягко мой план провалился. Мягко, скажем. То, или он прям вот отсюда с Алмиром добежал, что ли? Да, печаль, беда. Чё сюда полез? Нам бы просто тут спокойно собирать золото, брать эту консу. И с ангелами мы уже... Привет, составил... Привет, я... Не было времени. Сейчас я всё напишу. Подтвержу всё тоже. Блин, как он так добежал-то, этот адмирал мерзкий? Просто капец. Это просто жесть вообще. Так нельзя, конечно, делать. Ладно, продолжаем действовать по плану. Здесь для нас шибко много тут не поменялось. Единственное, что Мюллиха надо выкупить, не забыть. Ой, Мюллиха и Деремиев надо выкупить, ё-моё. Как много всего надо выкупить. А гидр кто будет строить?
Так, наоборот, надо все это. Короче, бред какой-то делаю уже. Теперь покупать нечего. Ох уж этот Рэдди. Ой, блин. Блин, так бы все классно было, если бы я все это провернул как надо. Не подставился. Просто, честно, я вообще не думал, что он достанет. Вообще. У него, его не было Салмира вообще в пределах видимости. И бах, он вдруг накрывает. Это просто жесть. Это что он нам с Лога, что ли, с конюшнями? Как он так бегает? Или шляпа адмирала, что ли? Гильдия четвертая уже построена. Обидно, конечно. Ну ладно, что. И самое беспонтовое, что ящеров-то нет. Теперь к концу некем брать. Я думаю, он сейчас ко мне вот через этот проход выйдет. Который я ему любезно предоставил. Что у меня будет из мяса на третьей неделе? У меня будет, допустим, Вива, я сейчас кастл, ну, может, на скребу кастл поставлю, да. 3 Вива плюс 4 Вива, 7 Вив. ВИФ, 11 ВИФ. 11 ВИФ, все. Например, под ремонтом ноутов, компов, планшетов. Ну это к Лизарду. Я думаю, это будет твой постоянный клиент. Да, вот такой вот небольшой просчетик стоил мне дорого. Есть масхаст и первый ход. Во-первых, нет масхаста. Откуда он взялся мас, не совсем понятно. Во-вторых, тут тупо он мне армию лизардов. Вот у меня кто консу должен брать был, это лизарды. То есть все должны были там танковать, лизарды должны были стрелять. То есть 10 ВИФ, лизарды, и я спокойно ее разбирал. Блин, это реально, все вот эти поражения в турнире в моем, вот только на этом шаблоне. Играть его, видимо, еще не так и не научился.
Only Rue here yet, sure. Блин, слепоты даже нет на концу, хотя бы слепота бы была, можно было нормально там порулить. Ну, в любом случае, время я потяну, то есть всем, чем есть, попробую на концу навалиться. Ну а там как получится, то есть, ну не вылезем, не вылезем, тут как бы вариантов нету. А, тут уже все, и ко мне идут. Машну какую-то, что ли, здесь нашел себе хорошую. Слушай, ну адмирал, ну лакирок, ну это капец какой-то. Как он добежал? Я вообще не понимаю. Мы в говне, мы вообще в полном говне. Вот я хочу посмотреть, как он добежал, как у него мувов хватило еще по болоту тут пройти. Тут его видно не было. Ну, может, он где-то, допустим, здесь стоял на границе, прям, ладно. Но это же сколько пробежать, чтобы достать. И причем он не на разгоне был в это время. Хрен его знает, вообще непонятно. Что, там сапоги, что ли, прокнули у адмирала? В принципе, если он сейчас не у таймер же кончился, да? То есть он бой доделывает с Василисками. Там непростой бой. Он, соответственно, не доходит здесь до меня на седьмой день. В принципе, можно все равно провернуть, попытаться план капкан с консой, но... Что-то это такой прохладой прям повеяло. Да и в принципе, даже если я все машину на три ангела разменяю, просто три ангела против Салмира вообще смешно. Он не цепной молнии, так обычно их убьет. Тем более, если он наверняка что-то поднял, или может цель у него прям прокачана люто. Да, немножко планчик не сработал. Обидно, конечно, получилось. Ну, что поделать. Адмирал еще такой без таймера сидит. И довозит бой, который минут на 10.
опять цель пропадет. А, ну это было бы вообще забавно, конечно. И то даже в этом случае мне такого Салмира не законтрить, к сожалению. Не, а Василисочка под полтосик строго, поэтому если это просто лошок без масла, то я скажу, что ему тяжко будет здесь в этом бою. Все-таки полтосик Василисков — это полтосик Василисков, если без масла там, ну я не думаю, что он такой олень, что без масла напал. Если, допустим, все-таки сольется здесь, ну, такой вариант не исключен. Ну, да, ну, конечно, все. У него, он намошнил себе 192 часа. У него даже таймер адмиралский, но это же жесть, жесть какая-то. Надо заскринить. Как адмирал мошнит таймер. Ну, это капец. Ну да, вывез он все-таки этот бой. Ага, а мне-то что делать теперь? Строго идем по стандартному плану. Если тут надо отбежать немножко. Как-то так, например. Так, мне сейчас главное таймера сэкономить. Шибко много тут не это. Здесь рынок строим. А, он уже здесь есть. Здесь строим ничего, наверное. Так, сколько мы можем наменять ресурсов-то натрейдить? Так, полторашка, по три, 4500, 6, 5, 6. 6 рублей, да, у меня есть свободных. Плюс что-то придет, плюс что-то соберем. Угу. Построить замок или построить ему горгон? На горгон не хватает. Все хватает, да? Горгон или замок. То есть у него будет 6 горгон. В принципе, это неплохо. 6 горгон, 10 вив. Ну, в принципе, ладно. Все-таки попытка. Если цель, конечно, меня не накроет, я не удивлюсь, что там у него конюшни, все как сапоги. Надо скупить все, что есть. Все это мы по-любому будем в размен отдавать. Здесь уже даже не о чем говорить. Тут уже не только бы спастись бы они, как о каком-то этом говорить. А, вот куда мы прибежим. Вот идеальная роль для Гунара. Я нашел ему применение. Идеально, просто идеально. Так, все. Мюлих, Даремиф. На стрёме, этот на стрёме. Все, давай, передаем. Ну и ваш ход, товарищ адмирал. Адмиралей. Давить, я шучу, я знаю, что Степа нормальный чувак. Дуст же тоже летит. Ты прикинь, Дуст летит на рыбалку. Это жесть.
Так. Адмиральский таймер мы должны сохранить. Ну, посмотрим, то есть... А, он как бы рванул Георгием Петровичем. Сейчас надо очень сильно подумать, как мы и чем будем бить. То есть у нас, нам надо еще скупить, не забыть про гномов. Это тоже важный боевой стек. У нас будет лизардов... 13. И имеющихся уже 8 будет 20-очка. Ну хер с ним. Цель убегает. Георгий Петрович сейчас опять на единичках размашнится. Замучишься вот туда выковыривать. Смотрел уведомления, опять куча народа подписала, ну, зафоловили мой канал. Спасибо, ребята, всем, кто смотрит, кому нравится. Очень рад. Следующий стрим по героям, не знаю даже, когда будет, пока не планирую, даже не знаю, что сказать. Что у него здесь? Он, если он на, я надеюсь, он на единичках, тогда мы хоть как-то сможем убрать. А у ФБ был стрим уже? Ну, я не играю в ФБ, так что... Соответственно, а, Red Rush, ёпарасте же. Тут единички, мы с ними разберемся и так. Больше никто бабла не хочет принести. Так, ладно, Гунар пошел. Так, ладно, значит, скупаемся. Дарымиф. А, Дарымиф еще хочет бабла принести. Все. Значит, так, выкупаем все, что есть. Так, значит, мне нужно 7 змей. Мне этого будет достаточно. Так, лизарды. 7 змей — это не Red Rush. Все, более этого мне достаточно. Это информация.
Так. Кого еще надо скупить? Надо гномов скупить. Это, я думаю, важнее сейчас, чем все остальное. Потому что гномы нам наше все. 32 гнома, и еще можно сгонять, купить еще, наверное, гномов. Ну, наверное, нет. Так, смотрим, что еще, какие у меня войска пойдут. Значит, гномы, гнолы, вивы, единички. Гнолы нужны, значит. Кара за Петровича будет неизбежна. Вот Фредди. Он же чара. Так, ладно, поехали. Так, как бы поехали. Если сейчас он мне даст цепную молнию, это будет просто фатально. Поэтому мы можем, наверное, трех коровок взять. Чтобы... А, нет, цепную молнию он мне не даст. В принципе, можно трех змеек взять. Ладно, одна змейка же убьет фейку. А если там четыре фейки? Что делать будем? Ладно, пофиг вообще. Петрович, прости. Ну, кстати, можем не убить. Какой-то момент. О! А, неправильно сделал, кстати. Ну, ладно. Фу, блин. Нужны гномы. Гномов много, они будут терпеть и бить. Вот от них больше ничего пока не требуется. Так. В принципе, Драмис вообще зачем здесь нужна? Валески хватит. Значит, тут возьмем гнолей и этих. В принципе, больше не... Ну, этих тоже не будем брать. Кентосов тоже не надо. Ну, если только на единички, яичек того хватит. Так, раз, два. Эти не лезут, да? Ну, вместо кентов, значит, пойдут. Ну, ок. Ну, это скорее всего слив. Да, но чисто просто из-за того, что тут меня уже поджали и шибко делать нечего. Все-таки мы попробуем это все вырулить. Я не знаю, как мы это будем выруливать, но мы попробуем. Значит, это здесь ставим. Значит, гномы сюда. Гномы сюда, точнее, встанут. Гномы встанут. Нет, наверное, все-таки так. Эти сюда. Это сюда. Это сюда, сюда, сюда. Вивы тоже улетят. Вивы, наверное, во второй стек. Гномы туда. Эти на прикрышку, эти здесь, эти тоже на прикрышку. Но, в принципе, больше мы ничего здесь не изобретем. А, поехали, ГЛХФ. Ну, естественно, изи сливочек, но комп был близок. Значит, что мы сейчас можем здесь предложить? Что можем мы предложить, да? Да хрен его знает, что.
предложить можем. Можем проклятие кинуть на Aggression Stack. Проклятие кинуть на Aggression Stack. Ну да, этот вариант видится мне неплохим. Или, и, ну да, давай так поступим. Здесь мы будем держать. Здесь будем бить. Куда полетишь? Ожидаемо все. Так, здесь горгонами закроемся и норма. Пока вот так встанем. Шикарно. Этим куда пойти? Этим ударить надо, наверное. Так, этот здесь, этот отсюда. Этот будет первый ходить, да? Давай его и пробросим, проклятие. Тащить, пацаны, тащить. Нужна победа, пацаны. Всех проклянем. Этот будет первый бить. Тут уже не до таймера абсолютно. Тут уже вообще пофигу на таймер. Продавит, не продавит. Еще там пацан последний разморозился. Этого надо увести, гнома куда-то. Хочется, конечно, сюда ударить, но, наверное, придется вот так. Так, значит, у меня остается маны только на одно проклятие, да? Ну, его в любом случае в этого пацана придется кидать. Там слишком большой разброс. Терпеть, пацаны, терпеть. Надо сейчас будет перегруппировочку небольшую сделать. А, блин, какая перегруппировочка? Гномы тоже все. Отходили свое. Нет еще. Как это гномы отходили свое? Тут, наверное, придется все-таки ускорять гномов. Почему? Потому что сейчас придется вивой улетать вот так, а гномом забегать в танк, потому что иначе никак. Это значит, если вива падет и в них вгрызутся, то вообще будет жопа. То есть у нас получается 6-я скорость, у нас будет 5 плюс 3, 8-я, да? Только так, это Биг Мак. Никак по-другому. Не вижу я больше хода.
Потому что сейчас полетит удар, и мы будем в говне. Нам хоть как-то надо выживать. С удовольствием, конечно, кинул проклятие, но нет. Отлетим подальше, потому что, ну, как-то отманить хоть грифона надо. Задержим хоть удар один на себя. Кулстори, конечно. А, блин. Блин, какой-то один стек было вырезать. Шикарно, бойцы. Стоять. 4, но этот удар будет последним. Добивай один стек. Да, я вижу, что да, один стек надо добивать, но не получится, походу. Как-то надо один с одним стеком справиться, но, видимо, не судьба. Наверное, зря я начал их порознь бить, надо было действительно от одного побегать, попробовать вот так по кругу. Ну, он бы поймал бы, он, в принципе, в центре долетает во все стороны. Ну, ок, поехали. Ни в коем случае не сдаваться. Ну, все здесь не выжить. Морали где? Где Мюллих ты? Когда ты нужен? Когда ты нужен со своими плюс тремя моралями? Спасибо. Вопрос, у кого прокнет раньше. Да, конечно же, при плюс один оно намного раньше прокает, чем при плюс три, естественно. Это даже грешно такие вещи даже обсуждать. Sorry, guys. Все, попался. Где морали-то мои? Ёпрст, ребят, ну что? Да. Спасибо.
тащился бой. Все-таки тащился. Не хватило чуть-чуть. Да и что-то, блин, мораль ни разу не прокнула. Тоже обидно. Ну, в принципе, я, может быть, даже рановато сдался. Как бы там же еще были у меня Василиски, еще пацаны у второго героя. Ну, просто настроения уже нет катать. Ладно, ребят, всем спасибо, кто смотрел. Действительно, лоханулся, конечно, можно было еще... Можно было, в принципе, еще даже, наверное, дожать эту концу. Уже другим героям. Да и этот бой тащился. Все-таки надо было действительно одним стеком оставлять, наверное. Так меньше шансов было ему меня догнать. Так-то два стека меня контролили везде. Один, может быть, еще... Ну, у Рэди как бы блокировок в своем стиле. Сапоги, конюшня, разгон. Все как всегда в своем стиле зарешал. Да, еще много ошибался, таймера не хватило где-то. В общем, как-то так. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.